Тут еще в очко себе зажми, я поза третьему в очко сейчас зажал. Вот! Видел ты такое? У тебя сейф работает? Работает. Засейвить? А, я хотел тебя засейвить, правда, я на ноутбуке играю. Ты думаешь, видосы по танкам? Не, ну это, блядь, я, сука, блядь. Вот бы мне налево, блядь, хоть раз, блядь, такой тартоис попался, блядь, тупой, чтобы, блядь, он крутился просто, блядь, на месте. Ну не, нихуя, блядь, у меня тартоис какой-то думы, блядь, попадется, но... блядь, что, с Бухиным бракетом. Ебучий так не пушайте, что же тебе объяснить или? Вчера там взорвался, сейчас я не показал. Не, он не выдал, не выдал, я через секунду умер. Это же вы, блядь, вчера ты видишь, что, блядь, секунды обращаются. Но его все равно закручу, потому что он крутится назад. Видишь, Лео тоже с этой же раскрасывается. А у Лео пытаю пробить, я пиздить ему. Урон ты, блядь! Урон ты, сука! Твою мать! Урон ноль. Ты топчик там левый. Ладно. Проехали. Да, блядь, никак нет-то, что он так? Урон 671, 17 тысяч кредитов уничтожено один. Вот это уже похоже на балансные кредиты, а то, блядь, тебя за просто так дают, блядь. Да я ж тебе говорю, вот сейчас я патроны тратил просто. Нет, он бронирован. Ты какой назад? Назад какой дек? Никак нет, блядь. Так точно. Так точно. Ты че куда? Так точно. Димон, как на немецком танке выиграть? А что надо видеть? Вагинскую нацию. У тебя как кровь арийская. Ну почти. Смесь Парагвая с Гондурасом. А, альтов 10 не работает? А, работает. Ну вам тут вижу то. Так, я пойду. Съёбываю на тюрьму. Мне нужна помощь. Медицинская. А дрифт? Саш, помоги мне. Дрифчу уже, кто из... блядь. А чё он на меня-то сак? А, нет, кстати, он разлагается. Он обратно разлагается. Ну, ваншот нет? Стараюсь. Ты даже не умер. А, это у меня гусеница оторвала. Это у меня гусеница оторвала. А ты подвис просто. Да ладно, там что есть? А я не попал, почему-то. А пинг, у меня тоже патрон через полчаса только прилетел. Слушай, херовая затея. Я в сторону точки С ехал, они здесь все. Я понимаю. Блядь, меня никто не звал. Меня-то сами. Разворачивай, бля, корыто свое. Сейчас не сдохнуть хотя бы. Минус лево. Так точно. Минус Саша. Бей, это дерьмо, блядь. Это лопнет, наверное, охуел. Я бы, пожалуйста, его мы еще и просрали. Второй класс, как пиздатая минус. Горит, горит, горит. А, бля.
Куда он поехал? Че ты начал говно разобрать? Че, как пробиваешь, ты 62? Никак. Смотрю, никак. Нет, блядь, никак. Зато он меня, блядь, хорошо пробивает. И его Тимур. Да напиши ты, блядь. Блядь, ты там свой труп оставил, тебе хем, я не могу пробивать. Сука. Его, кстати, у тебя застилят сейчас стопудово, блядь. Это ж мой Тимур. Ну, свой забеги, Саш, заебал. В этом причине... Ую, блядь, нахуй, блядь. Пизда тебе. Косая, блядь, еще одна такая же, блядь. Я его не пробил. А, ну это-то понятно. А что ты такой недамажащийся? Ёпта, добил бедного мученика, блядь. Мне помощь в уничтожении дали, блядь. Ебать, там в ворота пытаешься заехать. Ангар перепутал. Да ты его там пробиваешь, блядь. Он же красный, как я не знаю. О, как ты стоишь. Да я, блядь, землю гасану. Ну куда ты поехал? Ты все равно не опускаешься. Нихуя у тебя отпускается очко, блядь, внезапно. Очко, видимо, не опускается только у меня, блядь. Петушник спускается. Я Ammunition Rack починил. Я попытаюсь помочь. Я его... Забираю. А, у меня лагает. Вот, блядь, ну интернет, ну так нельзя. Ты так мухи начал лагать? А, ответственный. Ну я не зря точку А взял. Второй класс. Нет, хейти. А, ну хотя на этой подготовке лучше ехать с тобой. Вот налево бы я поехал на ПТшку. ПТшки надо. Не, а хейти вообще. Ой, это на тебя есть. Ой, что это будет? Это сейчас какого хуя? Ты видел это? Ты что-то не правильно. О, хит! Ты ж мне не нанесли урона, но сломали аму, это реально? Нет. Первый раз такое слышу. Что за? А, ну, с другой стороны, это говно взорвалось. Кто-то показывает. Так, а если у тебя сломалось, то значит урон какой-то, ты точно нанес? Видишь? Не вижу. Тоже. Не, я имею в виду логику. Да-да. Он же так сидит. Ammo hit! Это бандит. Максимально. Там очком команде. Хватит. Я финишую. Я только что рикошетнул какой-то текст. Там патроны по официант, принесите мне то, что я никогда не пробовал, да? Тьфу, блядь. Дерьмо какое-то. Я подавился. Когда тиммейты дали попробовать скилл на вкус, знаешь? На вкус хоть дерьмо, я чуть не подавился. Это было очень дико смешно.
Пиздец, блядь. Это так-то, блядь.